Добрый день, дорогие друзья и гости Мухана. Сегодня я хочу приготовить обед. На обед я буду готовить баклажаны с фаршем, с мясом, сытное, такое очень вкусное блюдо. Вот фарш свой домашний. Можно просто брать фарш, чистый фарш, любой, говядина, свинина. Это будет вкусно, все настоялось у меня, это вообще бомбезное будет. Так, это убираю в сторону. Беру баклажаны. Так, руки мою. Так, баклажаны готовлю. Убираю вот эти концы. Так, три баклажана нам хватит. Еще могу позвать маму с Федей, с братом. Так, три баклажана, друзья, нарезать мне надо вот на пластинки. Так, как это сделать ровно? Вот этот край я уберу. Мне надо, чтобы вот так вот лежало, вот так баклажан, чтобы лежал на противне. Вот так я срежу напополам. И вот тут вот убираю край. Вот так будет удобно. Удобно и одинаково резать. Так, вот так. Вот так. Все хорошо, друзья. Так, теперь противень смазываю маслом подсолнечным. Кладу сюда наши баклажаны. Так, друзья, теперь я быстренько их вот так вот проткну. Все проткнула. Теперь раскладываю фарш сверху. Не очень толстый и не тонкий. Начинка это заправленная, уже пропиталась, очень вкусная будет. Такое блюдо, это прям шикардос. Сытная, вкусная такая, интересная, оригинальная. Посмотрим, конечно, как у нас она приготовится, наше блюдо. Я руками, друзья, руками. Руки чистые. Все время в воде. Так что там ничего не думайте, ничего не выдумывайте. Все хорошо. Беру помидоры. Нарезаю их вот на такие кругляшки. Теперь эту нашу красоту я отправляю в духовку где-то на 20 минут, друзья. Сыр натираю. Сверху посыпаю сыр. Вот так вот. Так, друзья, вот такой сыр специально хочу попробовать. Как он поведет себя вот так вот в духовке. Вот так положу. Достала баклажаны. Так, будем пробовать, друзья. Так, какую достать? Жирную. Такую достану. Опа. Нож у меня хороший, видите? Так. Сыру можно побольше. Но главное, что там фарш. Вот весь вкус это фарши. Фарш с баклажанами. Ой, горячий. Так, пробую, друзья. Как это вкусно, друзья. Я прям хоть кусочек хлеба возьму. Это что-то, это очень вкусно. Вот этот фарш, там фарш еще вот этот сельдерей. Это вообще обалденный такой вкус. Сейчас я еще. Вот видите, как я вверх сразу съела тоже моментально. Такой сочный, вкусный. И вот этот сыр с помидорами впитался вот этим ароматом.
Друзья, если вдруг понравился, но легко и просто вот. Ставьте лайки, пишите комментарии, друзья. Оставайтесь со мной. Так, выложим наши баклажаны.